В рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат, важных событий Архангельска. 16 августа с 14 часов на телеканале ПС в прямой трансляции смотрите спортивно-оздоровительную акцию «Выше своего предела». Акция состоится в рамках реализации летнего молодежного марафона «Здоровый Архангельск» на набережной Северной Двины. Во время праздника все желающие могут принять участие и испытать себя на 20 активных площадках, среди которых сальса, джамперы, роллеры, русский жим и другие. А 17 августа с 11 часов на телеканале ПС вы сможете увидеть турнир по уличному баскетболу. Турнир пройдет на площадке у здания Норт-Арены на проспекте Советских космонавтов 179. Зрителей и спортсменов ждет разнообразная развлекательная программа. Брейк-данс-баттл, спортивные конкурсы. Участники турнира – игроки из столицы Поморья и Архангельской области. Организаторы – Центры развития массового спорта. Видеозаписи концертов, спортивных матчей и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 639-720. Открой город вместе с нами.